На данный момент в Запорожье зарегистрировано почти 25 тысяч беженцев. За последние три недели в областной центр прибыли 169 граждан из Донецкой и Луганской областей. Оказание всесторонней помощи вынужденным переселенцам обсуждали на заседании городского оперативного штаба. Один из основных вопросов совещания – отдых детей-переселенцев. По информации Департамента образования Горсовета, на данный момент в детских пришкольных лагерях находятся 36 детей из семей беженцев. 6 человек, по желанию родителей, были направлены в детские оздоровительные лагеря на Азовском море. Напряженную ситуацию с устройством детей, в том числе временных переселенцев в детские сады в Южном микрорайоне, сможет разрешить открытие детского сада номер 285, который начнет работу уже в сентябре. В среднем за неделю сейчас в Запорожье прибывают 84 человека. Все, кто приезжает, всех отправляем на городок. А вот эти два объекта, которые у нас отремонтированы и готовы стоят, мы их пока заселять не будем. И не будем заселять по районам резервы. Потому что отрабатывать будем, как в прошлый раз. Если ночью кто-то появляется со стороны Днепропетровска, там все, мы территориально сразу размещаем по району, а потом уже решаем вопрос по централизации. Продолжается оказание помощи переселенцам со стороны предприятий торговли. Благодаря поддержке общественных благотворительных организаций, семьи беженцев получают продукты питания, одежду и вещи для обустройства временного жилья. Так что на сегодня Запорожье – это один из городов Украины, где созданы действительно все необходимые условия для приема вынужденных переселенцев.